наша радость, на тебя мы уповаем, мы ожидаем тебя. Давайте все вместе будем петь. Господь, ты наша радость, на тебя мы уповаем, мы ожидаем тебя. Давайте все вместе, всем народом. На тебя мы уповаем, мы ожидаем тебя. Давайте все вместе славить его, ведь он наша радость, на него упование наше. Давайте еще раз. Господь, ты наша радость, на тебя мы уповаем. Наша радость, мы ожидаем тебя. Мы ждем тебя. Мы ждем тебя. Наша душа ждет тебя, ожидает сейчас, Господа. Мы ждем тебя. Мы ждем. Хашем басимкам булефана бердана, и дует хашем басимка булефана бернана, и дует хашем басимкам булефана бернана, и дует хашем басимка булефана.
милосердие Твое с нами навсегда. И иссякнет доброта сегодня на века, на все века уповаем на Тебя. Ты благ, Ты благ, Ты благ, милосердие Твое с нами навсегда. Сегодня на века, на все века уповаем на Тебя. Ты благ, Ты благ, Ты благ, милосердие Твое с нами навсегда. Не иссякнет доброта сегодня на века, на все века уповаем на Тебя. Ты благ, Ты благ, Ты благ, милосердие Твое с нами навсегда. Не иссякнет доброта сегодня на века. На все века уповаем на Тебя. Кумато то, кило халу рахамеха вера мерахем, кило таму асадеха киме олам, киме олам, киме олам, киме. Ты благ, Ты благ, милосердие Твое с нами навсегда. Не иссякнет доброта сегодня на века, на все века. Давайте кое-что сделаем. Давайте будем петь вместе. На все века уповаем на Тебя. Ты благ, Ты благ, Ты благ, милосердие Твое с нами навсегда. Не иссякнет доброта сегодня на века. На все века уповаем на Тебя. Ты благ, Ты благ, Ты благ, милосердие Твое с нами навсегда. Не доброта сегодня на века. На все века уповаем на Тебя. Уповаем на Тебя. Милосердие Твое с
Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хотим продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в содружестве с Орхамашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу Навину и говорит: через 3 дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану, и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхамашех, Бетель, у нас Бет-Симха, у нас есть Ахава-Ишуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. «Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей, за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им». Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку – семья. Божья семья в этом году для каждого из нас.